Сургутяне возложили цветы к памятнику комсомольцам в парке геологов. Митинг прошел в честь векового юбилея. 29 октября, 100 лет назад, был создан Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, комсомол. Активисты встретились, чтобы вспомнить и поприветствовать тех, кто возводил Сургут. Комсомольское молодежное движение, оно, во-первых, воспитывает молодежь, во-вторых, люди, которые в комсомоле были, я очень горжусь тем, что действительно комсомол – это сподвижничество.